Ну что ж, общая тема фестиваля свободная. В финале фестиваля команды будут состязаться в трех конкурсах. Первое — это приветствие, далее будет разминка, и завершит всю программу музыкальное домашнее задание. Отдельно отведены конкурсы, лучшая шутка фестиваля, и, конечно же, будут выбраны мисс и мистер КВН 2019. Победители этих номинаций получат сегодня нашего секретного партнера по айфону и денежному призу. Ну, естественно, ваши аплодисменты они тоже получат.